Ну чё, валю, как гастроли? Смотрю, нормально все обустроили. Поспешу вас расстроить. Кто-то вышел из-под контроля и крайне серьезно настроен. Это того стоит. Я насквозь вижу достойных, но кто-то ставку удвоил. Я поддержал, и теперь крупье ждет, пока мы оба вскроемся. То есть 95% моих треков можно смело назвать грустными. Я в курсе, но ведь помимо этого полно веселой музыки на эстраде русской. Я чувствую, когда рэп делают искусственно, и нехуйственно злюсь тогда. Сочувствую тем, кто продаются. Пойду успокоюсь, пойду взорву.